За минувшую неделю в Севастополе зарегистрирован резкий подъем заболеваемости ОРВИ среди взрослых. Как сообщила исполняющая обязанности начальника местного отдела Роспотребнадзора Зарема Исмаилова, на аппаратном совещании городского правительства заболеваемость ОРВИ выросла почти на 49%. По данным пресс-службы исполнительной власти Севастополя, за минувшие сутки в городе подтверждены 77 новых случаев заболевания коронавирусом. Возраст новых пациентов от 2 до 88 лет. 26 из них госпитализированы в стационар. У нас сохраняется достаточно стабильная заболеваемость, она находится на примерно одинаковом в течение уже 10 дней темпе прироста. Но при этом продолжается такая тенденция сохранения выявления внебольничных пневмоний. По госпитализации на сегодняшний день у нас в наших стационарах находится 426 человек старше 65 лет. Прошлой неделе было 370 человек. Это вместе пневмонии и подтвержденный ковид, да? Абсолютно верно, Михаил Владимирович, пневмония и подтвержденный ковид. Кроме того, еще трое севастопольцев с подтвержденным диагнозом коронавирус скончались за минувшие сутки. Все погибшие в результате болезни были старше 65 лет. 16 пациентов выписаны после выздоровления. Еще 5 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус скончались в Республике Крым за минувшие сутки. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Министерства здравоохранения полуострова. Всего, по данным, на утро 14 декабря в Крыму зарегистрировали 349 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте сообщил глава республики Сергей Аксенов. Из общего количества заболевших 289 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью, 60 среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовали 4700 человек, уточнил чиновник.